отец холодец принес. За подгузниками послала. Пришлось фотографировать. Ой. Чай у нас черный закончился. Захаркин компот. Сытся, конечно, он капец. Подгузники, все, даже на дневной сон 2 часа спал, протек по самые сиськи. Это вот от того, что много компота пьет он. Брюс, а ты чё? 5 набрал маленький. Это интересно, та же фирма или уже другая? Потому что только ту, которую ты покупал, была ничего такая. Ну, это, по-моему, из пятерочки было. Болгарский перец, редиска, огурец, мороженое тает, кстати. Ну, я-то, может, такое люблю, но не все ж такое любят. Ого, какая большая. Что-то она гниет уже, надо отрезать или что? Пекинская капуста. Морковка. Ножки Мираторг. Кстати, по-моему, Мираторг тоже увидели. Там антибиотики, короче. Ну, что-то Коля-то, не знаешь, куда. Болеть не будем. Нет, на... и какую-то дрянь еще они... Ну, надувают их, естественно. Кстати, вот, кстати, видно, что надутая, да? Видишь, видно? Mm. Видишь? Мне так кажется. Я только включила камеру, и ты кричишь. Жопа. Голожопа. Не хочу вставать, не хочу вставать. Мама не хочет вставать. Надо опять трудиться. Ладно, сейчас еще мы позавтракаем. А я еще приняла решение приготовить бешбармак. Без 5. Пар есть. Мак. Пальцы, что ли, короче, есть. 5 пальцами. Перевод с казахского. Называется бешбармак. Ну, кто не говорит бешбармак, все говорят бешбармак. Бешбармак еще можем. А по-русски вообще бешбармак. То есть бар вместо бар говорят пар. Беш. Бармак. Да, скажи. Зазывай. Пойдем кушать, готовить. Вообще надо бы пойти погулять. Но у нас акшажок. Ок. Ой, а где Захарка? А, вот он мой мальчик. Сейчас уменьшим телевизор. Comedy Club идет. Дождик и плюс 8. Вот, смотрите. Скажите, что я... Плюс 9, плюс 8. Холодно. Я решила бешбармак приготовить, варю компот Захару. Бешбармак. Курицу кинула целую, ну ее разрезала, кинула. У нее какой-то запах был невкусный, душный какой-то. Наверное, потому что я держала в холодильнике, а не в морозилке. Ну, вчера положила, потому что, чтобы она не размораживать ее. Так, Захарчик, давай аквадетрим. Ну вот. И я, и мама себе тоже бахнет. Я уже не жду, не дождусь. Я же очень сильно 5 килограмм я набрала. Когда закончится уже эта артра... Невыносимо просто. И плюс другие, да, препараты, чтобы по неврологии принимают для тройничного нерва. Так, ну, меньше. А то как сейчас начнет литься. Пойдемте, Захару, я себе бахну витаминчику Д. Брюс, ну ты, конечно, нашел, где спать. Хорошо ты себя тут чувствуешь, глазастик? А, Мася. Масяня.
Мы со сном, вот витамин D нужно принимать, оказывается, я и не знала. Видите, мы обогреватель достали, я все поставила, потому что уже, ну как уже, у нас включили отопление и холодно. Захарка периодически подходит, к бизиборду играет. Больше, конечно, мультики. Начинает капризничать, мультики его как-то хоть это спокойствие какое-то. Ну, мне это не нравится, конечно. Надо, чтобы он игрался в игрушки. Вот так вот. По телевизору, да, по телеку видела, что рекламировали The Sun. Видели, типа там взрослые, детские. Зашла на их сайт. Я думала, что взрослые будут в виде таблеток. У таблетки как-то проще принимать. Вот, в общем, там взрослые тоже. Баночка тоже в виде каплях. Две капли принимать в день. Я помыла полы только что. Захар печенью опять. Все, видите, да, тащит с кухни. Открывает шкаф и давай доставать. Сварится, с ума сойдешь. Я еще так много воды налила. Все, компот-то готов, понятно, уже час прошел. Ну не час, минут 40 точно. Там же у меня еще морковка с картошкой здесь плавает. Я много воды набрала. Потому что, ну, не люблю, когда вода уменьшается, потом приходится все равно подливать. И я решила налить побольше воды. Теперь жду, когда она вся испарится. Я же делаю смузи. В смузи, в принципе, я думаю, можно клетчатку добавлять. Просто так клетчатку я так не могу себя за столько лет заставить есть ни в супы, никуда. Да, соки. Это не помню, свекровь еще давала. Я сейчас открыла, понюхала, она очень старая, надо выкинуть. Вот это вообще новое. 11.03.14. Тут написано срок годности 18 месяцев. Плюс 18 месяцев. У нас сейчас 18 год идет. Никак не получается. Получается, она, ну, по ихним меркам, а видите, она полная. Обидно, придется выкинуть. Пахнет вроде нормально, вот это вообще вонючее. Мусорку кину. Блин, что с этой делать, я не знаю. Как нормально и все. Не знаю. Ну, нет, я не рискну, нафиг надо. Ветер. На ветер. 100 рублей. И так по 100 рублей во всей квартире хлама найдется, поверьте мне. Что же у меня так воняла курица, а? Сейчас натворю делов. Что она у меня так воняла? Она сварится, все нормально будет? Ну, может, она завонялась. Она, знаете, она была же в пакете. Она как завонялась там. Бля, не знаю, что делать. Такой бульон наваристый. Захар уснул. Это у меня такой обед называется. Вообще бабушка давала у Захарки до конца полная была клубника. Замороженная была настоящая. По мне так это лучше варенье. Зачем? Блин, да что у меня тут волосня? Зачем какие-то варенья, когда вот... Ну, это замораживать надо, это неудобно, само собой. Так, столько морозилок нету. Ну, это очень хорошо, да, когда оно так замораживаешь на зиму. Ючки я опять не смогу открыть так. Я сделала это. Мало осталось, конечно, скажи, Катя, ты... Захарке практически ничего не досталось. Ой. Сынок, ну ты поймешь меня. Я и так тебе все самое лучшее даю. Дай матери съесть клубнику. Я обожаю просто клубнику и малину. А, еще крыжовник и голубика, да, вот это вот мне нравится. Супер. Шпармак уже подходит к концу.
приготовления. Последние коржи довариваются. Лавровый лист. Курицу вообще я не буду есть, я ее так собрала. Вот. Я обожаю, ну, можно сказать, да, как длинные макароны. Мне очень нравится вот это вот с картошкой. И еще лук готовить. Еще лук. Ставки. Нет. Антипригарная сковородочка. У меня просто нет кастрюли. В нее я наливаю бульон. Вообще обязательно бульон. Где? Где ложка моя? Вот она. Чашка. Бульон. Она должна быть залита вся в бульоне. Лук. Она. Видно, что я прям как казашка разговариваю. Так. Значит, лук заливаем. Дело в том, что он должен быть не сваренный, а пропаренный, да? Ну, вы сами понимаете, это всегда надо вот это вот уметь, успеть достать. Сейчас я разделю их. Моей маме вкусно получается. А у меня ничего не вкусно. Фух. В прошлый раз я вообще делала, я немножко поджарила и все. Не, в этот раз я в бульоне хочу пропарить, протомить. Вот так сверху луком посыпаем. Я же говорю, может быть, у меня опять не получилось, потому что нужно, чтобы мне мама показала. Посмотрим, что муж скажет. Супер. Зеленью посыпать не буду. Ну, или чуть-чуть для красоты. Хай будет. Хотя она, зараза, не знаю, как у других, у нас постоянно прилипает к горлу, к небу. Лук, конечно, офигенный. Этот фильм «Старый советский». Леонардо. А, возможно. Ну, рестится. В общем, мне он тоже нравится. Твои штучки, сам их надо скрыть тоном. Мне смешно тратить. Ты швабры возится. А ну выходим. Так, шапку стирать, что у меня везде падает. Гуляли сейчас. Захотела чипсы, взяла. Вот такой вот батончик с сыром. Мне очень нравятся такие. И ватные диски. Мне нравятся ватные диски, которые, знаете, как двухслойные и не отслаиваются. Не отстегиваются, короче. Вот тут и написано, без ворсинок, с эффектом прошитого края. Дальше взяла попробовать вот такие зева. Одного листочка достаточно. Just one. Номер один, короче, да? Вот. Мы такие не пробовали. Я их взяла по акции за 80 рублей. Сейчас поставлю сюда. Потому что так, сюда там их нет, цена все-таки дороговато. По акции взять можно. Так, ну что, вечная готовка, достала размораживаться ножки, это мусор, блин, мусорные пакеты не купила. Не знаю, киска что? Что киска? Что же делать? Мне просто суп надо готовить, а у меня большой кастрюли для супа, которая окрошка. Вон стоит. Ее перелить некуда. Здесь бульон от бешбармака. Его надо выливать, мыть. Да я хочу мужа попросить, потому что
тяжелая. Здесь новый компот для Харчика. Ну, для начала попью чай. Ножки закинула, потом хочу эти ножки обжарить с луком. Или мне даже замариновать их не в чем. Придется просто обжарить. Это получается, можно как вареные оставить, зато диетично. Это зажарка, я сюда помидоры кинула. Должна будет очень хорошая быть зажарка. Ну, в смысле, суп должен быть вкусный, имеется в виду. Некоторые вещи я даже не знаю. Что на столе? Может, что-то она кладет? Я не знаю, выкидывать это или нет. Он приходит уставший. Мы с ним даже толком не пообщаться, ничего. Видите, запотело все. У нас дождик. Захарка печеньки. Такие стал кушать. Да, мой зайчик. Поэтому не кидай по всему квартире, даже на постели. Круто, няня его ожидает. Сегодня Тёма Биолакт кисломолочный его стоит. Сейчас он пьет чай. Ну, как завтрака. То могу ему еще налить. Да, сыночек. Компотик. Ну, что ты его завалил? Ну, что это за бардак такой, а? Холодильник. Тут стоит холодильник. Вот сверху коляска. Продаю коляску. Вот она. Продаю холодильник. Вот. Либо чтоб себе на лечение. Либо на новый телефон. Да, сынок? Не трогай колясочку. Она грязная, не надо. Такой срач тут опять. Обогреватель вон стоит. Мы его включаем. Он так воняет. Я его помыла. Внутри пылесосом сосала, как могла, пыль. Мне кажется, кого-то раздражает, да, по-любому? Ну, вот я никогда так не разговаривала. Приехала сюда, в Ставрополь, когда переехала с Казахстана, с Актау. И этот. Гэкать стала. Плюс еще, что этого блогера стала смотреть. Самвелку. Хадамянку. Постоянно. Чешома, чешо, тоже теперь так разговариваем. Так, моим, кстати, родным это не нравится. Но муж уже свыкся. Сначала просил меня так не разговаривать. Тут мусорка, там мусорка. Это, кстати, сейчас пройдусь и беру этот. Грязные подгузники его сюда. Так, а что у меня какие-то на шестерку? Так, мама что сказала? Не трогать. Так, здесь подгузников нет, да? Сегодня мама тебя поменяла. Постираю его старую. Одела. Еще ни разу не пользовались. Вот такое постельное белье. Такие совы. Не знаю, показывала я, не показывала. Где-то полгода назад, даже больше я покупала. Он еще маленький был, Захарчик. Вот. Ну, такая бязь, по-моему. Очень хорошее качество. Я очень люблю в постельной тематике сов. Вот. Одела ему. Ну, а вот Захар, смотрите, что сделал. Он же становится сюда ногами, она прогибается, получается, и вот это все. Да, 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 да. Вот такая у нас киска есть, да, сыночек? Твоя киса. Ляля постоянно спит, у нее глаза не открываются. Вчера весь вечер горшок учили садиться, и папа даже помогал. Хоть я с папой была в ссоре, но он все равно помогал. И, короче, ни хрена. Встал с горшка и настал. Это кто тут? Чудик. Чудик.
Вот, и я бортики, когда беременная была, я рассматривала сюда сов тоже, бортики в кроватку. Так, ну, в общем, здесь бортик уже сняла, вот он валяется. Здесь тоже, как видите, снято. Постепенно все здесь снимутся. Тенила. Дуга такая. Батарея, что ли, села. Ну, швабра валяется. Ну, все как нормально. Так, а я же пошла за подгузником. Получается, у меня подгузники только... Да, такая молодая, смотрите. Я не могу, шикарная. Такая хорошенькая должна быть. Вот этот мне порез не нравится. Сюда могут в окно как грязь зайти. Капуста девственница. Захар поел. Вон его тарелка. Борщ. Так, вот с борща как обжарила ножки. Здесь рис. Почему, скажете вы? Потому что у меня больше нет кастрюль. Кастрюли все заняты. У меня всего две маленькие. Не знаю, сколько там литров. Одной компот, другой. А крошка ее такая большая. Здесь борщ. Ничего, вот. Рис мы сейчас сварим. Думаю, что сварим. Это очень вкусно получилось. Здесь помидор, лук. Вкусненько. Наверное, вредненько. Кусану. Почему Захарка, как поест, постоянно отрыгивает? Интересно, у ваших деток тоже так? Или он переедает, получается, что? А мы Захара пойдем помоем, потому что надо ложиться на дневной сон спать. Да, Захар, пошли помоемся. Коляски сейчас ковырялся. Обувь свою нашел, гулять хочет. А гулять мы не пойдем, там дождик. Я потом мама кушать готовлю. Значит, собирала я вещи. Я один... Ну, это было такие платья, юбки были такие. Не верхняя одежда, в общем. Я уже отдала. Мне носить вообще нечего. Вот верхняя одежда. Куртка здесь и плащ, они хорошие. Хорошего качества. Ну, под кожу. Что такое? Воешь тут, а? Вы спросите, почему я одета? Да потому что я на балкон выхожу туда вешать одежду. И там холодно. Поэтому. Розовые штаны. Сынок, перевернись, зайчик. Розовая кофточка. Маме не хватает дочи. А ты что там делаешь? Жопу моешь? Ой. Папа у нас поехал зуб удалять. У него на 14:00. Сложное удаление, когда зуб... На другой зуб, в общем, когда лезет. Так что... Переживаю, хоть бы удалил, самое главное. За Брюська. Надо все-таки поесть суп, Антон. Ложкой никак, да? Этот, сходила я. Зачем я сходила? За продуктами, Брюс, отойди, пожалуйста. Так, это Захаркина. Захарка получился у нас... На 861 рубль. Детский мир, творожки, биолакт, чернослив, злаки. Так, сын, Брюска. Вот это ему. Обычно мы берем по 5-6, чтобы не пропадало ничего. Вот такой ему коктейль взяла. Уже можно, кстати, соки брать. Он соки пьет. Ну, компот я ему варю.
Ну, это папе нашему взяли. Не знаю, будет он это есть, нет. Ничего не хочет есть. Это он сдувается уже. Так, до 5.05. Одна из всех сдутая какая-то. Или на завтрак вот эти он ест. Торт пекарь Балтийский. Я взяла ЗУ-75. ЗУ-75. Приправа для курицы. Это тоже папе йогурта. Здесь, конечно, будет есть фарш. Сыр. Брюс, пожалуйста. Паприка. Роллтоны. Это себе, наверное, взяла. Тоже. Ты же Активия можешь пить, да? С фаршем хочу вот эти макароны сделать. Дальше лук. Это лекарство. Сметана. Линкомицин, вот. Антибиотик линкомицин. И еще одна Активия. Яблоко со злаками. На Харге свои, папа свои. Что за котяра? И колбаска докторская. Вот это. И перекресток у нас получается 819. Но я специально взял к себе в команду 9-го исполнителя. Песни. На-на-на-на. Так. Чай надо. Брюска. Та-та-та-та-та-та-та. Уже перловку съесть. О, бежит Пиноккио. Первый день новой недели реалити закончился вечеринкой, на которой звездные гости башни группы Серебро устроили. Здесь такие вот духи, такие вот духи от Avon. Даже теперь не знаю, чем брызгаться. У нас погода сегодня хорошая. На Ставрополье всегда ветер. Всегда. Ну, практически всегда. Но зато сегодня плюс 20. Без ветра никак. Держите. Спасибо. Коктейль. С меня штаны слазят. Некому сделать. Захар, кашу едим и спать. Или надо было до конца долить? Ну, специально. Как кафе. Если не пиво, так как ты. Надо это снять. Ты кушаешь фисташки, а я, короче, пью. С пивной кружки. Так, Захарки сделали. Папе вот эту налили. Сейчас он поел кашу овсяную. Сейчас пьет коктейль. Еще ему надо цепол принести. Это Захаркина. Такой чай. Оцепол, оцепол, таки на, таки тун. Таки. То, что у меня нейропатия разыгралась. Все, на этом я завершаю влог наш. У нас получается, что сегодня 25 апреля. Хотела сказать уже мая. До мая уже чуть-чуть осталось. У нас плюс 15 градусов. Время вот уже сколько. Да, фу, вот еще грязно. Я эту тарелку ищу потом. Надо помыть. Увидимся в следующем влоге. Пока!